Привет! Первая моя самостоятельная выгрузка сегодня на Дойце. Там завод, вон доктора стоят. Там. Вот, первая выгрузка. Сейчас вот я занимаюсь, вот ремни, в общем, складываю. Пытаюсь, но это первый раз для меня. Посмотрел там товарища нашего, коллегу, как он делает эти дела. Потому что я просто не успел все это дело прочувствовать, чтобы мне кто-то показал. Вот, не успел. Стажера мы его забрали, хотя у него опыт побольше моего был, и он умеет все это делать. Но его уже забрали, он поехал получать машину. А я сейчас вот трещоточки вешаю. Вот, и сейчас буду ремни вешать, как надо. Но видео сначала посмотрю. Потому что я пока в этом чайник еще вообще. Надо уже учиться, да, все.